Всем добрый день. Сегодня не совсем стандартный вебинар у нас будет, так как с последнего вебинара о новинках что-то готовое, уже готовое, я вам предложить пока не могу. У нас очень большая сейчас идет работа в разных направлениях. Мы все готовимся, так скажем, до Нового года, до конца этого года выпустить несколько таких больших объемных релизов. Как говорится, вся команда в мыле. Вот. Поэтому мы построим сегодняшний вебинар таким образом. Я немного напомню о последних новинках, что мы уже презентовали. И в конце я расскажу немного о том, что нас ждет, что мы выпустим в ближайшее время. Тем более эти новинки, о чем я сейчас буду рассказывать, они как раз взаимосвязаны. Все сидит у нас на статистике, на правильном отображении и максимальном расширении этой информации. Вот. Поэтому давайте начнем. Сначала у нас это внедрение статистики АПР в нашу электронную библиотеку студента. АПР, как вы знаете, это наша ассоциация производителей, пользователей электронных ресурсов в образовательной сфере. Мы также входим в эту ассоциацию. И, соответственно, мы сформировали полностью личный кабинет пользователя, основываясь именно на функционале этой ассоциации. Так, какие у нас основные функции этой статистики в личном кабинете? Соответственно, это визиты, количество книговыдач, просмотры, пользователи, рейтинги, обновление, фонд отказа и общая сводная статистика. Таким образом вот выглядит в личном кабинете страница статистики АПР. Как вы видите, здесь есть несколько вариантов отображения. Также можно это все удобно выгрузить в Excel. Можно выбрать любой временной диапазон и группировку. Начнем с первой вкладки, это визиты. Параметр этот определяется как авторизация клиента на ресурсе, но каждые полчаса его сессия аннулируется. Считается это за новый визит на ресурс. Ну, это такая установка у АПР есть. Дальше. То, что у нас не вместилось в на первой странице внизу находится график. Мы так все это сделали красиво, чтобы наглядно было видно динамику по параметрам. Так, теперь у нас вот пользователи. Да, пользователи у нас разделяются. Есть студенты, есть абоненты организации и есть преподавательский состав. Вот, видно в зависимости от их, соответственно, вида пользователя и их статистику. Рейтинги и топы – это общая информация об изданиях, которые открывались пользователями вашего, например, учебного заведения, в котором можно увидеть и количество самих книговыдач, и количество просмотров этих учебников, этой литературы, ну и количество читателей, соответственно. Также можно все это выстроить по временному диапазону и с различным видом рейтингов. Общая сводная статистика вы тоже сейчас видите на экране. Здесь видно все необходимые параметры, то есть как общего состава, даже отмечаются новые пользователи, активные пользователи, количество книговыдач, просмотров. И отдельно мы еще выделили такие пункты, как прослушивание аудиокниг. Количественно, то есть по количеству книг и по количеству минут прослушиваемых в этих книгах. Потому что
в зависимости от авторских предпочтений, так это назовем, кто-то считает просмотры за целую аудиокнигу, кто-то по минутам, кому как удобно. Так, с этим мы закончили. Переходим. Кстати, да, я, наверное, тороплюсь. Если я говорю слишком быстро, вы, пожалуйста, тогда в чате отмечайте это. Если все в порядке, тогда прошу нажать на огонек, подсказать мне, сделал ли я все правильно. Угу. Спасибо. Тогда переходим к следующему слайду. Это у нас статистика Counter 5. Counter 5 – это уже международный стандарт для подсчета и использования ресурсов электронных библиотечных систем. Многие вузы нашей страны переходят на этот стандарт. Но самое интересное и самое главное, что делает полезным это внедрение, это возможность получения этой статистики через API. То есть вы, нет необходимости заходить и пользоваться личным кабинетом конкретно у нас на МБС. Достаточно будет путем несложных манипуляций получать через API всю статистику себе, так скажем, на свои источники просмотра. Вот. А Counter 5 – это международная некоммерческая организация библиотек, издателей, поставщиков различного контента образовательного, также журналов, справочников и прочего. Counter 5 объединяет методы и возможности сбора статистических данных, обеспечивающих мировые библиотеки надежными инструментами агрегирования информации. Counter 5 способствует решению различных вопросов современной дистрибьюции знаний, автоматизации образовательных процессов, учет индивидуального пользования электронных ресурсов, базы данных. И там есть очень высокий процент дублирующего контента в ЭБС. Новые явления для измерения анализа, в том числе обследование объектов пользователями, то есть поисковые запросы, переходы по страницам сайта, ознакомление с метаинформацией по объектам и прочее. То есть очень широкая специфика подбора информации. Как и говорил, этот стандарт мы внедрили этим летом в свою систему статистики. И любой подписчик, любая организация подписчик может через личный кабинет подключиться к этой системе. Также вот это выглядит на странице личного кабинета. Если вы заходите во вкладку «Статистика АПР», внизу у нас появился пункт «Counter 5». Рядом с этим пунктом восклицательный знак. При клике на него вы можете попасть в нашу мини-википедию, где будет четко описано, что это и как с этим работать. Здесь на экране вы видите виды отчетов. Для тех, кто с этим уже работал, тут прекрасно все понятно. Эти виды отчетов – это тот необходимый стандарт для получения статистики и для ее выгрузки. Вот что я изначально говорил по поводу API. Есть так называемый модуль суши API. Для того, чтобы к нему подключиться, ничего сложного делать не нужно. Как вы видите, есть такая кнопка, называется «Ключ». То есть вы заходите под своим аккаунтом, под своей организацией, заходите в эту статистику, нажимаете ключ, получаете необходимый код, который вы уже у себя в веб-интерфейсе формируете и получаете теперь напрямую в онлайн-режиме всю необходимую статистику пользования нашей системой с точки зрения именно вашей организации. Вот. На этом по Counter 5 мы тоже заканчиваем. И переходим в нашу последнюю, так скажем, готовую разработку. Это сервис песочницы. Все эти
модули, и статистика, и АПР, и Counter 5, и песочница, они взаимосвязаны. И наша будущая разработка, которая вот-вот будет, надеюсь, мы к декабрю ее реализуем, они как, без друг друга, так скажем, не работают. Все эти процессы, они шли у нас планомерно, заранее уже запланированы. Так, переходим к сервису песочница. Песочница – это сейчас больше рабочее название, пока мы еще так, так скажем, между нами мы это называем интегратор контента. То есть весь контент, который есть и доступен подписчику, можно с помощью, опять же, нехитрых, несложных манипуляций полностью показывать на своих собственных ресурсах. В первую очередь это системы образовательных курсов, такие как Moodle. Вот. Для этого мы сделали несколько способов, несколько возможностей для такого процесса. К примеру, если вы заходите и смотрите какой-либо учебник, то в названии вы увидите в самом конце такой вот значок. Видит это, да, ссылки. Кликнув на него, вы получаете, открывается небольшое окошко, где есть определенный код. Его вы можете вставить у себя либо на сайте, либо, опять же, в системе Moodle, или либо другой, который позволяет формировать обучающие курсы. И будет в онлайн-режиме отображаться именно этот учебник, причем в нескольких вариациях. То есть может быть как просто ссылка на этот учебник, так и полностью рабочая программа для чтения. То есть полностью учебник будет открыт. Что входит в типы контента для нашей песочницы? Это помимо, соответственно, учебников, да, как целиком, так и фрагментарно. Это также карты различные, тесты. Это наша сейчас очень такая интересная и один из основных упоров на это мы ведем. Отдельный отдел у нас есть, который формирует базу, большую базу для тестов, для тестирования студентов, изучающих различные направления, используя наши учебники, наши ЭБС. Также это видео можно вставлять и аудиокниги. Здесь я еще раз вам покажу, как это все формируется. Помимо того, что, то есть в карте тоже, видите, если карту, можно вставить на нее ссылку, и тоже в нескольких видах она будет отображаться. То есть как небольшая ссылка, и студент может просто перейти на сайт ЭБС и посмотреть карту, так и полностью отобразить ее в вашем образовательном курсе. Помимо прочего, сам учебник, либо какая-то другая литература, ее можно как целиком книгу, так и отобразить конкретную часть, которая вам необходима, главу, например, по которой вы сейчас делаете курс, отметив у нас в системе для получения кода именно ту страницу или тот диапазон страниц, который вам необходим. Вот таким вот образом выглядит выбор, как отображать, как хотите вы отображать на своем курсе, например, нашу карту. То есть вот здесь вы видите, это просто будет отображаться ссылка на нашу страницу. Здесь будет отображаться некое небольшое описание. И здесь будет целиковый просмотр. Полностью карта будет у вас в курсе. Также можно создать целую подборку. То есть не по одной книжке или там одной карте, а внутри личного кабинета выбрать поиск, отметить все, что вам необходимо, и добавить в подборку. И все это будет у вас подборка, которую вы можете уже перенести на свои курсы. В обычном поиске, то есть не через личный кабинет, а просто в обычном поиске, также есть эта возможность. Если вы ищете какие-то книги, потом выбираете действие, и здесь есть вот добавить в песочницу.
и в вашу подборку попадает тот или иной учебник. Здесь мы показываем, как пользоваться кодом вставки, как я вам уже говорил, и это, как это будет выглядеть. Вот, например, если это будет в виде ссылки, то это будет выглядеть вот так вот. Вполне лаконично. Так будет выглядеть, если вы выберете весь контент. Так будет выглядеть карта. Так, про песочницу я рассказал. Какие-то вопросы имеются по этому поводу. Если нет, то прошу нажать на огонек, и я вам расскажу о наших дальнейших работах. Спасибо. Что мы сейчас планируем, что мы сейчас делаем и планируем выпустить? Есть у нас сейчас такое большое направление, это персонализация. Мы перерабатываем систему авторизации пользователей на нашем ресурсе. Все я вам пока рассказать не могу, но вот в общих чертах. То есть будут отмечены, будут разделены, во-первых, пользователи на большее количество видов. Будут отмечены все направления обучения, кафедры, курсы и прочее, прочее, прочее. Это необходимо для чего? Во-первых, расширяется возможность статистики. То есть вы сможете уже после увидеть не только количественное отображение, то есть просмотров, там, например, вашего вуза, количество книг, которые посмотрели, или количество страниц. Но еще можно будет посмотреть по отдельности, по преподавателю, по курсу, по направлению, какие учебники, какая литература пользуется спросом. Даже отдельно, впоследствии отдельно по студентам, для того, чтобы более четко отследить работу студентов с нашей системой, с учебниками, с другой литературой. Почему я это показал еще и в этом плане и песочницу? Потому что впоследствии мы это сформируем таким образом, чтобы когда вы пользуетесь этим интегратором контента, формируете какие-либо учебные курсы, вы могли следить и за реализацией этого курса и видеть, кто, как, например, проходит ваши курсы. Мы будем также к этой статистике, к этому личному кабинету привязывать результаты тестирования. То есть студент прошел курс, ну, то есть он авторизовался, прошел курс где-то на вашей странице. Вся эта информация перешла в личный кабинет. Вы можете увидеть, кто, когда, как прошел и какой результат тестирования по тому или иному курсу у него получился. То есть мы все идем к системе, так скажем, более углубленного онлайн обучения, к чему нас уже давно подталкивала сначала пандемия, вот, ну и вообще современное отношение к обучению. Вот, что у нас еще? Помимо тестирования, про которое я вам рассказывал, да, мы сейчас набираем большую базу тестов по различным учебникам. Кстати, мы приглашаем всех поучаствовать в этом. Мы, так скажем, коммерчески вам в этом помогаем. Есть определенная сумма оплаты за участие. То есть каждый тест мы его, по сути, покупаем у вас. Вы выбираете определенный учебник, пишете по нему тест. Вся информация, как, в каком количестве и сколько все это будет, какое вознаграждение, есть у нас на сайте. Тем самым вы и помогаете расширению и нашей системы, и получаете за это приятные бонусы. Вот. Дальше. У нас будет новая разработка. Мы сейчас перерабатываем систему обучения по иностранным языкам. Есть у нас такой ресурс, как ресурсный центр,
где сформированы блоки учебников и других изданий для изучения иностранных языков, но мы сейчас делаем более широкий комплекс, в который будут также входить различные курсы, топики для изучения иностранных языков в узкой специализации. То есть мы там формируем курсы для обучения для юристов, для работников там общепита, для работников гостиничной индустрии и прочее, прочее. То есть мы сначала, обобщая всю эту систему в один ресурс, начинаем ее разветвлять на различные уже узкие специализации. Это будет отдельный ресурс, он сейчас не готов, так скажем. Это тоже отдельное направление работы, которое мы надеемся также до конца этого года сформировать и реализовать. Вот, это из основного, что мы, соответственно, для вас готовим. На этом, наверное, я не сказать больше нечего. Если есть какие-то вопросы, я жду, готов на них ответить. Ну, раз вопросов нет, я готов передать слово Павлу Калиникову. И на этом попрощаться и пожелать дальнейших трудовых подвигов.